Беспокойный день. Сегодня очень многим пригодится умение держать себя в руках, справляться с эмоциями, не идти на поводу у мимолетных переживаний. Старайтесь помнить о своих важных целях и не размениваться на пустяки. Желательно разборчивость в общении. Стоит держаться подальше от тех, кто обычно выводит вас из равновесия, заставляет нервничать, сердиться или переживать. Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Это время странных и блестящих догадок, неожиданных и невероятных озарений. Станет ясно, как выбраться из ситуации, которая казалась безвыходной, и что изменить в жизни, чтобы почувствовать себя счастливее. Овен. Начало дня удачно с точки зрения делового общения. Можно искать союзников, помощников и единомышленников. Смело беритесь даже за очень сложные дела, шансы на успех высоки. Часто оказываются удачными какие-то необычные решения. Импровизируйте, решите новые пути к цели. Именно вы сейчас можете увидеть возможности, которых не заметили другие. Во второй половине дня важно проверять любую поступающую информацию, есть опасность, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Нежелательно делиться своими секретами, обсуждать важные планы. Это время подходит для светских бесед, приятных встреч и веселья. Телец. Настроение может меняться чаще обычного, порой достаточно мелочи, чтобы его испортить. Не унывайте. Этот день определенно лучше, чем вам порой кажется. Многие ваши переживания и тревоги не имеют реальной причины и появляются лишь потому, что эмоциональный фон нестабилен. Подумайте, чем вы могли бы порадовать себя. Старайтесь не сидеть без дела, заниматься чем-то интересным, учиться тому, что может пригодиться или просто увлекает вас. Интуиция помогает догадаться о чувствах и переживаниях окружающих. В отношениях с близкими вероятны перемены к лучшему. Близнецы. Благоприятный день для семейных дел. Вы отлично ладите с близкими, не отказываете им в помощи, если она нужна, всегда знаете, как поднять настроение тем, кто вам дорог. Будет шанс помирить родственников, которые в последнее время часто ссорились. Вам удается найти такие решения, которые нравятся всем. Часто именно благодаря вам выясняется, что и спорить-то было ни о чем. Могут появиться интересные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вскоре вы начнете воплощать их в жизнь при поддержке старых друзей. Рак. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях, сегодня вы можете сделать многое для их достижения. Откроются новые возможности в области карьеры, вероятно, знакомство с людьми, которые помогут вам заключить выгодные сделки или начать работу над проектами, обещающими большую прибыль. Важно не ждать немедленного успеха и быть готовым к тому, что награда за труды придет позже. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Можно спокойно и конструктивно поговорить с теми, с кем вы в последнее время не находили общего языка. А оказывается, что для взаимных обид и претензий не было никакой причины. Лев, постарайтесь справиться со всеми важными делами в первой половине дня. Это самое плодотворное время, и его не стоит терять напрасно. Будет шанс завести полезные знакомства или привлечь на свою сторону влиятельных людей, завоевав их симпатию, уважение и доверие. Неожиданные деловые предложения дадут шанс подняться по карьерной лестнице. Не упустите такую возможность. Вторая половина дня подходит для общения с близкими, дает шанс решить какие-то семейные проблемы. К тому же это время очень щедро на романтические сюрпризы и отлично подходит для любовных признаний. Дева. Благоприятный день с точки зрения семейных отношений. Близкие не всегда понимают вас с полуслова, но поддерживают ваши идеи, в том числе самые смелые. Люди, которые когда-то вас обидели, поймут, что сделали это зря и захотят наладить отношения. Подумайте, стоит ли идти им навстречу, можно ли доверять тем, кто вас однажды подвел. Это определенно не лучший день для того, чтобы совершать поступки, к которым душа не лежит. Прислушайтесь к интуиции, она безошибочно подсказывает, как лучше действовать, чем стоит заняться. Весы, не торопитесь. Все, что вы делаете сейчас, принесет плоды в будущем, и весьма отдаленном. Да, придется подождать, но дело того стоит. Не стоит давать обещания, вы, конечно, сдержите слово, но это будет не так просто, как кажется сейчас. Осторожность в высказываниях поможет многим весам избежать неприятных моментов. Важно правильно спланировать день, оставив себе время для отдыха, переутомление может стать причиной ошибочных решений, необдуманных поступков. Во второй половине дня важна разборчивость в общении. Старайтесь держаться подальше от тех, кто критикует все подряд и мрачно смотрит на жизнь. Скорпион. Беспокойный день. Но жаловаться ни на что, вы сами делаете его таковым. На месте не сидится, вы то и дело беретесь за новые дела, ничуть не беспокоясь о том, как довести до конца старые.
К счастью, рядом есть помощники и единомышленники, готовые взять на себя часть ваших забот. Возможны незапланированные поездки. Смена обстановки поднимет настроение, подарит интересные идеи. Многие скорпионы изменят свои планы, поняв, что неправильно расставили приоритеты, недооценили одни свои цели и придали слишком большое значение другим. Имейте в виду, тут лучше ни с кем не советоваться, а принимать решения самостоятельно. Стрелец, вам ни в чем не хочется себе отказывать. Это может обернуться финансовыми потерями и другими неприятностями, но серьезных проблем не принесет. Вы найдете массу поводов для радости, пообщаетесь с приятными людьми, поделитесь с единомышленниками новыми идеями. Возможны необычные встречи и знакомства, которые запомнятся надолго. Если на этот день запланированы поездки, не относитесь к ним легкомысленно, не жалейте времени на подготовку. Многим стрельцам пригодится умение замечать мелочи и делать правильные выводы из своих наблюдений. Козерог, удачный день с деловой точки зрения. Вы правильно оцениваете сложившуюся ситуацию и используете ее в своих интересах, принимаете верные решения и не допускаете даже незначительных ошибок. Будет возможность продемонстрировать свои профессиональные качества. Не упустите шанс восстановить старые связи, что-то изменить к лучшему в непростых отношениях, как деловых, так и личных. Вы способны найти подход к очень разным людям, в том числе тем, кто совсем на вас не похож. Можно прояснить какие-то неоднозначные ситуации прошлого и выяснить, что в них не было никаких причин для обид. Водолей, ярко проявляются лидерские качества. Часто именно благодаря им удается достичь успеха. Вы и сами способны на многое, а уж если найдете единомышленников и объясните им, что и когда следует делать, будете просто непобедимы. У кого-то ваши достижения вызовут зависть, но новых врагов у вас не появится, а старых вы быстро обезоружите. Вечер подходит для отдыха, встреч с друзьями. А еще это время благоприятно для творчества и учебы, любых занятий, которые позволяют расширить кругозор, узнать что-то новое или увидеть привычные вещи под другим углом. Рыбы. Очень насыщенный день. У вас будет много дел, еще больше встреч и переговоров. Все это потребует немалых усилий, но вы добьетесь отличных результатов и будете довольны собой. Появится шанс опередить давних соперников и конкурентов, проявить себя, завоевать симпатии людей, которые вам не безразличны. Действуйте решительно и не сомневайтесь в успехе. Все получится. Обращайте внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Не исключено, что какие-то события этого дня натолкнут вас на интересные мысли или заставят кардинально изменить планы.